свидетельствам установлено, что обвиняемый при выполнении работ по техническому обслуживанию воздушных линий, трансформаторной подстанции и осмотру участка, проходящего через центральную селенную Новочеркасское Гайского городского округа Оренбургской области, не принял мер к качественной проверке состояния проводов и тросов данного участка линий, не выявил и не отразил в документах истинное состояние линии электропередачи, а именно наличие провода другой марки вместо более прочного провода предусмотренной марки накрутки, намотки провода от ранее имевшего место несанкционированного подключения, тем самым не оценив возможные риски дальнейшей эксплуатации данной линии и не предприняв необходимые меры к устранению имевших место дефектов и аварийной замене провода.